30 тысяч беженцев бесследно исчезли в Германии. Все они должны были покинуть страну, но никаких данных об этом у немецких силовиков нет. А служба статистики тем временем подсчитала, сколько всего мигрантов сейчас ищут приют в Германии. Точные цифры знает Татьяна Лугунова. 1 600 000 человек ищут сейчас убежища в Германии. Такие данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство страны. Эксперты подсчитали, за последние несколько лет количество беженцев увеличилось вдвое. Две трети из них мужчины, преимущественно из Сирии, Ирака и Афганистана. 1 600 000 – это все. Те, кто уже официально получил статус беженца, те, чьи документы пока рассматривают. И даже мигранты, которым уже отказали, но они пока не покинули Германию. Таких в стране, согласно статистике, более 50 тысяч. Впрочем, сколько беженцев, которым отказано в убежище, действительно до сих пор находятся на территории Германии, непонятно. Немецкие власти ничего не знают о местонахождении 30 тысяч человек. Такое признание в интервью одному из немецких изданий сделали представители Министерства внутренних дел. Эти 30 тысяч могли как уехать из Германии, не предупреждая миграционные службы, так и спрятаться, чтобы избежать депортации. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».